Друзья, здравствуйте! Меня зовут Настя. Вы смотрите Конаково онлайн, первый видеоканал нашего города. Мы на центральной площади, где жители отмечают последний день Масленицы, самого сытного и задорного народного праздника. Длится Масленица 7 дней. Все ее традиции направлены на то, чтобы прогнать холода и разбудить природу ото сна. Не будем долго говорить, пойдемте веселиться, провожать зиму. Соломенное чучело – символ уходящей зимы. В последний день Масленицы его сжигают. Это жар земли, который должен растопить снег и позволить весне вступить в ее права. Так, радостно и задорно прошел последний день Масленицы в нашем городе. Нам кажется, праздник удался. Подписывайтесь на Конаково онлайн. С вами была Настя. Пока-пока!